Всем привет! С вами канал Все о планшетах и тема сегодняшнего видеоурока «Как узнать девайс ID на Android». Сразу хочу сказать, что нередко происходит путаница в таких понятиях, как девайс ID и EMEI. Так вот, нам необходимо определиться, что девайс ID – это один параметр, а EMEI – это другой параметр. И, соответственно, для того, чтобы их узнать, необходимо выполнять разные действия. Если ваше Android-устройство имеет возможность звонить, то есть встроенная звонилка в него, то есть это у вас смартфон или планшет с функцией звонилки, то, соответственно, один из способов, как узнать девайс ID, это следующий. Вы запускаете звонилку и набираете такую комбинацию. Звездочка, решетка, 82, 55, решетка, звездочка, решетка, звездочка. У вас открывается вот такой вот сервис, в котором интересующая нас информация – это вот вторая строка A-ID. Вот эта комбинация цифр и букв и является вашим ID-девайсом, который необходимо, вернее, девайс ID, который необходим для тех или иных действий. Если по каким-то причинам вы не можете использовать этот сервис, то есть вы набираете эту команду, но данные не отображаются, то в таком случае на помощь приходят сторонние приложения. Их достаточно много. Одно из простых, но в то же время удобных – это приложение под названием Device ID. Вот это приложение, вот его ярлык. Его можно бесплатно скачать в Google Play и очень быстро установить. После того, как вы его скачали и установили, просто открываете приложение, и здесь в строке Device ID будет указана данная информация. Здесь есть кнопка «Копировать», которой вы можете скопировать эту информацию и впоследствии вставить в буфер, и затем вставить ее в сообщение или там, где это необходимо. В принципе, вот эти два способа являются основными для того, чтобы узнать девайс ID вашего устройства. Если речь идет об EMEI, то EMEI можно узнать другими способами. В частности, если нам необходимо узнать EMEI, мы можем узнать его через звонилку. Здесь необходимо будет набрать код звездочка решетка 06 решетка, и будет отображен EMEI вашего устройства. Либо эту же информацию можно посмотреть в общих сведениях о вашем устройстве. Для этого мы заходим в системные настройки вашего устройства и переходим в самый низ, где у нас будет пункт о телефоне, сведения о телефоне. И вот здесь у нас будет пункт Phone Identity, или, может быть, у вас он как-то по-другому называется, но вот здесь будет данные, и в том числе EMEI. И третий способ узнать EMEI – это выключить устройство, вытащить батарею, если у вас съемная батарея, и под съемной батареей обязательно должна быть заводская наклейка, на которой будет наклеен, вернее, нанесен EMEI. Также EMEI обычно нанесен на наклейке, которая наклеена на упаковку, если вы покупали новое устройство с упаковкой. Вот, в принципе, вот это основные способы, как можно узнать EMEI. Мы с вами рассматривали вопрос, как узнать девайс ID, а также как узнать EMEI вашего устройства. С вами был канал «Все о планшетах». Всем пока, и помните, что любую проблему можно решить, главное знать как.